Скандальную вывеску на диктатуры пролетариата 34 уберут. Напомню, в начале июля красноярцев возмутила вывеска на кафе в самом центре города. Она закрывала большую часть фасада и дома и не вписывала стилистику здания. После выхода сюжета в новостях 7 канала владелец кафе обратился в управление архитектуры, чтобы вместе с главным художником города разработать подходящий вариант. Новую вывеску сделают меньше по размеру, а ее дизайн будет гармонично смотреться на фоне здания. Регламент размещения подобных конструкций уже разработан, но еще не принят депутатами горсовета. Документ должны одобрить в течение года. Любой предприниматель может прийти и получить консультацию, как сделать так, чтобы не гневить народ и не делать общественный там ажиотаж, резонанс вокруг установленной конструкции.